Привет, девчонки! Здорово! Если бы бабы отмечали 8 марта, так как мужики 23-е, а? Посмотрим, интересно! Что там? С праздником! А ты сама-то рожала? Да, двоих. Ага. Тогда с праздником. Татьяна, две дочки и сын. Наталья, два мальчишки. Молодец. Ну и что тебе твой подарил? На, чулки да крем для депиляции. Стандартный набор. А мой вообще без фантазий. Для бани кокошник мне подарил. Придурок. Не говори. Алло, Игорюша. На стол там быстренько сгоноши. Я с подругой. Это не обсуждается. Все. Тань, ну неудобно. Ни хера, нормально. Пошли, пошли. Ты что, сама рожала-то? Ну, одного сама, второго кесарева. Слабачка. Давай, за роды. За роды. Не говори. Да мужики вообще обнаглели. Им бы хоть бы день в нашей шкуре побыть. За ПМС. За ПМС. Да я раньше, знаешь, какая красивая была. Мужики штабелями падали. А сейчас? У меня растяжек на животе больше, чем у этого волос на лысине. Это у тебя грудь настоящая. Да. За натуральную естественную красоту. Да, за нас, за баб. За баб. Наташа, да я уже 12 лет одна в туалет не ходила. Мама, 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 мама. Еще и фен сломался. А что за фен-то? Вайтек. Ну так неси с паяльником, сейчас разберемся, я в этом деле волоку. Игорюша, принеси-ка фен. Наташа посмотрит. Подожди-ка. Наташа. Сохранила. Конечно. Я-то свое продала. Да ничего, Наташ. Поражаем еще. Поражаем, Наташа. Давай. Я за ним упаду в пропасть. Я за ним поднимусь в небо. Я за ним, извини, гордость. Я за ним одним, я к нему одному. Начали. Ну, конечно, ты-то многодетная. Руки-то помнят. Одиночество, сволочь. Одиночество, сука. Я не чувствую неба. Алло, здравствуйте, Константин. Наташа у меня, это подруга Татьяна. Вы могли бы приехать за супругой? Она немножечко выдохлась, мы тут отметили. Ну, не ругайтесь. Просто праздник же. Игорюша, ты детей успел? Да. Брюки снимай. Будем четвертого делать. Императрица снова в деле, Игорюша. Понравилось видео, ставь ландыши. Девчонки, поздравляю вас с 8 марта. Бабоньки, огромный вам респект от нас, от мужиков. О! Мужики, пишите в комментариях, про кого мы еще забыли там снять. И друзья, кстати, кому нужны букеты? Там девчонок, мальчишек поздравлять. Наш хороший друг делает классные букеты. Из раков, из орехов, из... Да вообще, на любой вкус. Да. Вот, посмотрите, тут будут картиночки, а ссылка в описании. Ну все, мужики, пока!